Меня зовут Марк Хан. Я профессиональный боец на протяжении уже 23 лет. У меня 5 детей, на очереди 6. Пока что я мотивирован на продолжение карьеры и борьбу с лучшими. И в моем возрасте довольно круто этим заниматься. Сражаться за статус лучшего на планете. Так что ждите моего боя. Преодолевать себя и жизненные обстоятельства. Я обожаю это, хотя это и сумасшествие. Бой на 100% зависит от твоего ментального состояния. Драться довольно страшно, но все зависит от того, как ты используешь этот страх. Если правильно, то страх становится твоим союзником. Если неправильно, то врагом. Трудно объяснить удовольствие, получаемое от боя. Нигде больше не получить такого адреналина. Это как эмоциональные американские горки. Ты испытываешь столько боли, ментальных страданий. В одном бою у меня порвались связки, я услышал щелчок. Я такой: «Черт!» Вся моя нога была синей. Это был мой второй бой подряд, а я все продолжал драться. Мой разум просто не сдавался. Каждый раз, как Джером пинал меня по ноге, я просто поднимался обратно. Я просто думал, может, я выдержу еще один удар. Прямо настоящая война идет у тебя в голове. Это как биполярное расстройство. И когда все заканчивается, ты такой: «Воу, в жизни не повторю этого больше». Но тут же ты возвращаешься. Сейчас уже трудно снова и снова преодолевать себя, особенно когда появляются дети, ты становишься мягкотелым. Мой сын и дочь выросли, и теперь они вместе терроризируют меня. Мне хватает только на 2-3 часа, пока я не уйму, когда они бесятся. Это практически психологический бой с детьми. Так что я преклоняюсь перед женщинами и матерями за их непосильный труд с детьми. Это просто сумасшедшая работа. Они растят будущих взрослых, а у меня фиг знает, что бы вышло. Когда я дрался с Джуниором, я старался выполнить свой план на бой, но я просто упирался в стену лбом и ничего не мог сделать. Джуниор был намного быстрее, чем я, и в итоге я напоролся на левый боковой, который достал меня. Я потерялся от левого хука, и удар ногой с разворота закончил дело. Я всегда учусь больше на своих поражениях, чем на победах. Но, как я сказал ранее, это был просто не мой день. И потом только в больнице я узнал, что у меня был сломан палец ноги. Я шел в бой с геймпланом, но травмы переворачивают все с ног на голову. Для меня Бигфут просто еще один боец. Еще одно препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы продолжать драться. Он сейчас на 4-м месте в рейтинге, так что это будет весело. Я знаком с ним по тренировкам в Майами, в зале ATT. Так что мы работали вместе, и мне не особо хочется драться с ним. С другой стороны, мы не близкие друзья, и драться — это наша работа. Я уважаю его так же, как и раньше, и даже буду больше уважать после нашего боя. Если ты хочешь быть бойцом, то должен делать все, что можешь, выполнять свою работу и не отступать ни перед чем. Так что, когда я устану от всего этого, я смогу покончить с боями и уйти счастливым человеком. Весь мир в твоих руках. Разве нет? Спасибо всем фанатам за поддержку бойцов. Благодаря вам, каждую неделю я становлюсь худее. Меня зовут Марк Хан, и я современный гладиатор. Жду вас на турнире в Брисбене.